Тверские студенты разработали концепцию возрождения парка «Воксал» областного центра. Напомним, что он уже не раз оказывался в центре внимания губернатора в нынешнем году. В ходе своих визитов глава региона дал указание привести территорию в порядок, обустроив как место отдыха горожан. Не исключено, что при создании проекта специалисты воспользуются и наработками молодежи. Прогуливаясь по этой старой дорожке, на которой уже и асфальт не везде остался, Никита Бордов, Юлия Абдулина и Владимир Петушков уже сейчас отчетливо видят, что и где можно разместить. Где, например, можно будет посидеть, а где провести досуг более активно. Ну вот, например, вот здесь у нас будет располагаться общественная зона. Здесь мы расположим много интересных скверов и пергол. Там будут собираться люди, общаться. В той стороне будут располагаться детские площадки. Кроме того, студенты политеха уверены, что такому месту однозначно нужен лекторий под открытым небом. Ведь в парке можно отдыхать не только в физическом смысле, но и в культурном. Познавая что-то новое, участвуя в диспутах. Естественно, в парке должна быть детская площадка, много фонарей. Ну и дорожки быть именно дорожками, а не широкими тропинками. Старинные здания, конечно же, планируется сохранить и отреставрировать. Такова концепция, которую эта троица разработала в крайне сжатые сроки, после того, как в деканате им предложили поучаствовать в одном чемпионате. Мы записались на участие в конкурсе Urban Sprint и решили выбрать именно это место, потому что парк – это всегда точка притяжения населения. И мы увидели, что тут все находится в очень печальном состоянии и решили разработать концепцию благоустройства парка. Как известно, осмотрев в нынешнем году парк «Воксал», губернатор дал городским властям четкое указание привести место в порядок, чтобы он снова, как и 200 лет назад, стал любимым местом отдыха горожан. Вполне возможно, что какие-то идеи студентов политеха и будут воплощены в жизнь создателями окончательной концепции.